Министерство здравоохранения Таджикистана опубликовало тревожную статистику, согласно которой за 6 месяцев текущего года уже 14300 таджикских женщин прервали беременность. Причем, по неофициальным данным, таких случаев в несколько раз больше. Напомним, что Таджикистан является одной из самых бедных стран региона, страной с высоким уровнем коррупции и беззакония в отношении жителей. Наблюдатель отмечает, что данные цифры не являются удивительными с учетом того положения, которое создал в Таджикистане режим Рахмона. Причем следует заметить, что таджикские женщины испокон веков отличались большим количеством детей, и о прерывании беременности не могло быть и речи. Тем более, что ислам, будучи в течение тысячелетия духовной основой жителей региона, побуждает к рождению детей. Сегодня же власти страны не только сделали все для того, чтобы лишить людей возможности кормить потомство, но и насильно навязывают молодежи западный образ жизни. Thank you.